за мастерство автомобиль в подарок. Сегодня победители конкурса профессионального мастерства между отделами полиции Братска наградили ценным призом. В соревновании участвовали не только отделы, но и разные подразделения УМВД города, участковых уполномоченных, ППС, ГИБДД. Этот конкурс уже стал традиционным, говорят правоохранители. Лучшим в этом году признали второй отдел полиции. Сегодня представители администрации вручили его сотрудникам ценные призы. Получит для работы автомобиль «Ладу Гранта», которая была приобретена администрацией, и 15 комплектов – это оргтехники. Какие-то подразделения второго отдела полиции, в том числе, да, были победителями по итогам конкурса. То есть там еще, помимо отделов, я повторюсь, значит, еще этот конкурс проводится и среди подразделений.